обычные видеоблогеры. Да. Литра жила за стенами. А я уже блогер, мамкин. Поймалась. О, бачок потик, видите? Тут как-то заросло сильнее. Целая корова. Ой-ой-ой. Вот самая жирная белка этого леса. Сережа, я не пойду. Нет. Короче, снимаем нападение коров на нас.
можно тут идти, что вы скиглите? Да, ну там очень неприятно. Дорога. Слушайте, тетя Ксюша. Слушайте вы. Ухо крупным планом. Вот это ж еще с древней крепости. Сделать хап-тьфу. Лицо, как будто он хочет умираться. Под машину не прыгни.
видеобложек. Сплошные видеоблогеры. Да. Все, я снимаю. Ребятки, стоянка 20 гривен, справа від вас касса, билеты в хіні візьмете. Важно. Ні, на жаль, нас ні в мене, ні в касі. Нам не купляють. Сырило? Совсем. Вроде внутри там был зрительный. А раньше не пускал? Он справа, мохито. До закрутки. Вот, а за городом тоже жили, но в случае нападения они все теряли. Ливали. Да, типа Вита жила за стенами. А я уже блогер, мамкин. Впрочем, как обычно. Где-то типа у меня есть пистин, как говорила про маски. Так пока не надо, что если гнуть. Thank you.
Кайпик. О, там внизу классный мостик. Помнишь, Сережка? Мостик классный внизу. О, в это, кстати, говорю. Поймалась. Хотела сделать накат, но не получилось. Thank you.
давай ручку. Сюда под ручку, Саша. Тебе тут нравится? Что тут за дракулы? Никита Сетрон. О, боже, как хорошо тут. Мое все. Здравствуйте. Здравствуйте. Орудия пыток примеряете? Два по цене одного. Не стрельнула. Можно ли она? Вроде пишет. Туалет нужен? А если найду? Хорошо, пошлите вниз. Венчик это сюда, то есть, да? Сюда, наверное, вот так.
Бачок потик, видите? Ярик, бачок потик. Эрфулайс, эрфулайс. Да, налево или направо? Право, лево. Приют. Ясно. Запашец какой-то. Бульбы, бульбы, ла-ла-ла-ла-ла. Чувствуешь мощу, Лень? Ну да. Давай, песенка. Боже, это за знак. Тут как-то заросло сильнее. Никто не ходит. Что это было? Да, моща. Моща? Моща. Понятно. Моща? Нет, это какую-то мушку съела. Походу она оранжевая не видит. Вон слева в воде. Прямо мордой. Здравствуйте. Это река. Съедобная ягода, говорю, вот растет. Видишь, белые цветы? Это малина, наверное, да? Я бы ее не ел. Да. А вот, смотри, вот. А, паук страшный. Какая-то среди людей. На кошу. Убираем тут рыбу, блин. Подожди, а лыча еще не сработал. Привет, Бобби.
Доброе утро. Доброе утро. Ой, тут. Привет, Бобби. Фоторепортаж. А, да, да, да. Корова. Собанька, ты чего? Ах, ты ж такой сладкий. Иди сюда. Иди, иди. Корова, привет. Какая ты хорошая. Пойдешь сладиться? А? Да, смотри. Улыбайся, моя зайка. Целая корова. Ты тоже улыбайся. Я вас сажу. Ой-ой-ой, да. Круто. Собака. 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 Дорога. Дорога в никуда. И тут горы. Дождь. Над горой. Ага. Вот собака тебе скучно, а? Ничего, она просто чует корм у меня. Да? Слушайте. Так а что ты не даешь? Корм есть. Ну да, сейчас так. Нормально прибежала. Ну пошли наверх тогда. Там тебе корм дадим. We'll be right back.
Колонки учены корм в сравнении с котами. Вот тоже коты вроде бежали. Да, ну, да. А потом такие, смотри. Видишь, что коинские? Не? Там, мне кажется, тут тарелка. У нас лопаты. Понятно, все ясно. Мне кажется, капать начало. Да. Да, Боб? Ах ты, поросенок. Здравствуйте. Вот же он, я на нем покажу. Вот это вот тропа, по которой мы идем. Что происходит? Ну, сейчас потом резко влево, да? Да. Вот видишь, вот мы выходим, тут направо, вот и налево. Но мы выйдем аж вон туда вот. Не знаю, это можно ли будет там перейти, скорее всего. А, ну вот мост. Вот мост. Да. Так, а, ну, все, я тебя гладить не буду больше. Слушай, тут что-то реально, что-то есть. Он что-то нашел. Может, лисья нора под низом? Вот, вот тут. Что скажете, панове? Классный вид. Это... Да. Вид. Все привет. Все прекрасно. Только отсюда нет выхода, да? Пока непонятно, где мы. Как-то в Еремче было проще. Красивая вот эта, да, такая с полосками прямо. Угу. Милка. О, 10. А, нет, это не 10, а это мама что-то шьёт. Для Маруфи? Уже пошёл коровам разбираться. Давай, жена, обращай на лей. Боброча и драников. Сраников. Это останется навсегда. Ваш прекрасный диалог. Хорошо стоим. Да. Сухо. Зато не жарко. Да. Только что квадроцикл прошел. Руки мне начинают накрывать. Да, Маша, скажешь. Иди сюда, когда. Сейчас и вас начнет накрывать. Часть оторвали. А вы не собираете? Да, он ему не нравится. Опа! Маленькая капуста. Да это же, это лисина, наверное, не? Лисина. Лисина. Все белки набегут такие.
Вот самая жирная белка этого леса. Ну, кстати, прогноз 12. Вот вторая жирная белка. А это наш охранник. Путеводитель. Охрана отмена. Пошли, наверное, домой. Ходить подождем, с моста нет. Да, это там хлеба тоже. О, давай походим в магазин сделаем. Давай. Ты всех из души летит? Так что, может, где-то зайдем пожрем? Голубов какую-то. Только так, с леганцом. Ну да, что поставить место на... Еще раз давай. Трусите горбом. А что за... А как режим увидеть? Вот он, тайм вар. Да пошли. Да ну блин. Блин, а тут мокро. Ага. Так внизу сухо, а тут да, мокро, тут я что-то не понял. Хорошо, так тут заглянило. А тут глины куча. Тут, мне кажется... Идем месить глину. Кажется, Гавлину. Глини, говнину. Гавлину. Блин, что-то тут совсем... Бедно. Теперь понимаете, почему люди покупают ботинки, а не кроссовки? Да. А теперь представь, что в Норвегии будет. Ничего не знаю. Да, налево. Налево? Чё? Налево направо или налево налево? Налево налево. Ну блин. Ладно. Открой. Что? Я воды. Вода, да. Открой и води. Ага. Сюда? Да. Блин, тут горище просто. Ну, по крайней мере, это дорога. Дальше покорять глину. Ой, я прям слышу, что канаду чваркает. Ага. Тяжело быть глиномесом.
Ого! Ешь быстрее. Ешь, да. Ох, блин. Что-то так не поможет. Ну, он прям перед тобой на склоне. Это они? Да не похожи они на мухомор. Это мухомор не, красный. Не, типа есть разный мухомор. Это паханка. Слушай, там на глине или хорошо стоит? Сережа. Да. Идем в глину? Я думаю, надо. Пошли. Дземброня нас ждет еще хуже. Да? О. Сюда реально еле идет. Помахни мне сейчас шок-контент. Как Ксюха едет по глине? Запорожье. Запорожье. Да. Слушай, мы тут недавно проезжали, такое чисто, что... Может, тут тот, что мы видели отсюда? И реальность. Говна, глина, дождь. Так, вы это тут аккуратно идите. Блин, скользко. Папа вот чистый читер. Блин, я тут могу упасть, товарищи. Ну, у тебя должны быть не скользко. Надейся на это. Ступай полной ногой. А вы понимаете, что нам надо будет потом вниз спускаться? Такое дело. Там везде. Сережа, я мне туда кажется, не пойду. Там реально говно. Так, нет. Там дичь. Давайте я проверю. Сережа, отдай камеру. Так. Да. Что ты творишь? Ой-ё. У вас что, прям скользит? Ну, смотри, только что скользит. Блин, реально скользит. Так это иди, встань сюда, вот, на уклон не иди. Сережа, да. Сережа, я не пойду, нет. Да ничего сложного. Слушай, ну у меня обувь из пятки вытаскивается. Блин, у меня каждый этот ботинок на кило тяжелее стал. Что вы рассказываете? Я только что поднялся вообще на изи. У каждого разная обувь. Шлёма вообще впереди бежал, у него нет ничего такого. Так у него вибрам. Слушай, ну я видел, как у Никиты реально скользила обувь. Ну она чуть проскальзывает, мокрая глина, что ж вы хотите. Так, видосик, как нас сейчас накроет гроза. Да. На середине горы. А вот это вот к нам идет. Если вы это увидели, значит мы живы. Ага. Вот там желтый рюкзак Ксюха, грибы собирает, мухоморы. Вот оттуда мы пришли. Тут вроде что-то есть. Ну красиво. Жесть, как красиво. Испугались? Запахло испугом. Где курточка? Короче, снимаем нападение коров на нас. О, мистер, потише. Ищите палку большую, блин. Вот.
Чё, быкует? Бляха, они все за нами идут. Да, давай немного. Может, через забор перелезть? Я что-то тоже думаю. Но это уже на крайняк. Блин, у меня же в руке палка, алё. Ты права. Может, они им одиноко, и они хотят компанию. Они думают, что мы их ведем. Ну, давайте отсюда, давайте на место. Чего вы за нами идете? Бляха, муха, я не хочу умирать, честно говоря. Я слишком молода. Идут за нами, типа привыкли за хозяевами. Что такое животное? Да, блин. Никита. Может, позвать того, кто там был, это? Да, там проблемы с шумом. Ты тут не ты. Но если нас пнут, будут наши проблемы. Откуда мы вышли вообще, вы помните? Прямо идем? Идем прямо. Ну, видно, хорошо. А, да. Хороший вид, да. Сзади особенно. Сзади прикольный сзади. Вид такой, да. Хороший такой вид. Ты перевернула камеру, я просто не понимаю. Я не знаю. Шлёма, что, обосралась? Шлёма, да, как-то ливнула из катки резко. Смотри, смотри, бежит впереди нас. Шлёма. Шлёма чисто... Ливнула с МИДа вообще просто позорно. Смотри, смотри, убегает. Чисто. Слушай, я стримаюсь, я честно. Я вот ту вообще огромную корову боюсь. Или если... Она реально, но не агрессивно. Они просто привыкли. Хорошо, давай остановимся и посмотрим, что они будут делать. Они жрут. Можем обойти с той стороны. Давай потихоньку. Давайте потихоньку нет, идти. Поможешь просто хозяйка. Тихо, ну ничего не надо. Не спеша. Видишь, как раз медленно, не делаем резких движений. Ну, ты хочешь пожрать. Ну, они просто трав... привыкли, они думали, что хозяин. Тихонько, не-не. Давайте громких звуков. Блин, вот именно. Начнет дурак лаять. Ну, он уже... Не-не-не, все нормально, они просто да, видят, что да. Мы типа как люди, и они за нами... Типа как люди. Типа как люди, да. Слоган... Ну, слоган... Типа как люди. Особенно, особенно был Никита в красном парео. Типа похож на людей. Был похож на красную тряпку. Блин, ну это, конечно, жестко было. Ну, папа молодец. Папа молодец, быстро сориентировался. Она, в чем причем, дело? Она просто вышла, типа, пешочком такая, на расслабоне, и тут такая, я назад пошел, обернулся, она такая... Она уже за тобой, да. Да. Вроде стряхнули их с хвоста. Фух, дорогие друзья. Однако... Когда встретил корову. Калаш. Фух. Отстали, ну, оторвались. Осторожно, Никита, ровно по пути. Да, да. А вот сейчас обидно было. Все, друзья. Да, Шлёма, вот ты позорно слился. Снимаем тебя крупным планом. Защищал. Вот это сейчас ливняк на нас идет. На да, вот этих всех что... людей. Сразу после... Только что спаслись от трех коров. Еле-еле. А это уже бараны. Новое. Вот с баранами новое. Я бы не хотел иметь дело. Кстати, они быки еще те. Шлемила. А что у него на шее? Какой-то палки какие-то. Обоссал? Ага. А то, наверное, чтобы он там типа не пролазил в дырку. А-а-а. Типа замок. Он там самый умный, похоже. Ага. Шлёма, ты не рад, что с нами связался? О,
О, начинается. Кто-то на квадрике, кто-то едет. Вы слышите круги, как крукают? Курочка. Ага, курочка. Петухи, да. Кстати, тоже могут чертей дать. Да. Надо, чтоб... Мухи загрызли меня. Не-не, снизу конь. Если он на них кинется, нам габела. Где что? А, вон. Урчит. Шлёма, Шлёма. Пошли. Шлёма. Иди сюда. Иди, хороший. Надо подальше держаться. Просто. Да блин, он на них идет. Ну ё-моё. Шлёма. Иди сюда, хороший. О, глянь, какие малыши. Привет. Ой, нам сейчас габела, Никита, чекай. Чё габела? Да, этот баран агрессивный. Сейчас. Так. Говно. Блин, чувак, ты можешь на меня не наступать? Да все, все, не плюйся. Мы уже ушли. Вот, кстати, палка можно взять. Чисто отбиваться от коней. Ну да. Ой, а видишь, прямо... лошадка с жеребенком. Прямо осторожно этот. Нина? Да. Закладочка. Я думаю, мы разумно поступили, что обошли, потому что кобыла с этим, с жеребенком. Я имею в виду, может, пойдем так. Да. Змеи. Вряд ли тут есть дорога. Змеи. Змеи. Да. Змеи. Змеи? Да. Змеи. Змеи? Здравствуйте. Это смертный человек. Лёма. Сейчас нас побьют тут за то, что мы чужих овец обижаем. Так, идем мимо коров-агрессора. Так, давайте медленно идти, медленно. Мы такие все спокойные, все хорошо. Ребята, я отстаю, блин. Вы что, гоните? Я боюсь. Бляха, ну идет за нами. Уходи. Все. Обиделась. Уходи, уходи. Кщ. Все, остановилась вроде.
Фух, спасены. Усталые, но счастливые. Идем домой. Да, коровка? Как дела? Никиту видеть? Тебя видим. А. Вообще никак. Меня минут через пять начинает фиарить. Прикинь.